Соблюдение баланса между финансовыми возможностями и сохранением условий для развития страны. Такую задачу поставил сегодня перед правительством Дмитрий Медведев на совещании, посвященном новому плану действий в экономике на нынешний год. Как отметил премьер, в документе предусмотрены меры, которые позволят минимизировать последствия неблагоприятной конъюнктуры на мировых рынках. При этом глава кабинета подчеркнул, что основные задачи остаются прежними. Приоритетом остается выполнение социальных обязательств, сохранение приемлемой ситуации на рынке труда. До завершения обсуждения я, естественно, с конкретными позициями торопиться не буду. Просил бы коллег тоже к этому относиться максимально внимательно и ответственно. Но единственное, о чем можно сказать, среди предлагаемых мер нет повышения пенсионного возраста, о котором сейчас много говорят. Но есть интересные идеи по поддержки целого ряда отраслей, где дополнительная помощь дает максимальный суммарный эффект.